Очень приятно, что вы все добрались, приехали к нам. Для нас это важно, для нас это почетно. Архитекторы всех регионов, крупных муниципалитетов, городов приехали для того, чтобы обсудить актуальную повестку архитектуры, градостроительства. Все это имеет стратегически важное значение в нашей с вами работе. Как известно, красота имеет огромную силу. И здесь присутствующие в том числе отвечают за то, чтобы глаз радовался там, где живешь. Чтобы там, где живешь, было удобно, комфортно, чтобы не раздражало всякие дурацкие решения, которые сводят тебя с ума. Мы очень дорожим отношениями с Министерством строительства Российской Федерации, потому что все наши инициативы мы обсуждаем там. И, наверное, вы согласитесь все, что Госсовет, который прошел под руководством нашего президента, дал дополнительные возможности для развития решения серьезных вопросов и проблем, как в сфере строительства, так и архитектуры. Мы используем наших архитекторов, главное управление, на всю катушку, говорю простыми словами, и исправляем то, что долгое время, как кажется людям, точнее, люди уверены, делалось не так, как надо. Московская область, как и абсолютное большинство территорий, развивается без генеральных планов. Это часто развивается без генеральных планов. Это, к сожалению, вот проблемы, которые очень долгое время не могли решиться. Поэтому наша стратегическая задача сегодня все-таки строить с умом, строить на основании принятых решений. Сегодня, в 21 веке, мы должны думать о комплексном благоустройстве, мы должны думать о парковках, мы должны думать об удобных решениях, о зеленых зонах, скверах, парках. И все это является стратегически важной для нас задачей. Все эти решения мы реализуем в нашей работе. Я удовлетворен командой, которая работает в части архитектуры у нас в региональном правительстве. Считаю это приоритетным работой. Мы очень ценим западное мнение, мнение успешных людей, которые нам советуют, рекомендуют. Я знаю, что сегодня приехали специалисты по градостроительной деятельности, по архитектурным решениям. Для нас это важно и почетно. Мы стараемся изменить то, что раньше уродовало наше городское пространство, какие-нибудь там унылые панельные 17-25-этажки. Мы поставили крест на 22 сериях безнадежно устаревших и считаем, что это недопустимо в нашей жизни. Мы очень активно срываем и устраняем безликие, пестрые, абсолютно неэстетичные вывески в городах и приводим все к одному стилю. У нас подготовлены везде брендбуки, и мы меняем облик наших городов. Все социальные учреждения у нас сегодня проектируются под единый стиль, стиль, который не имеет каких-то излишеств, но радует глаз. Я это все, к чему все говорю? К тому, что главный архитектор, архитектура вообще для нас стратегически важный партнер.